Друзья, всем привет! Вы на канале Формат 24, это крафт-мастерская декора, где мы сегодня с вами будем делать очень интересное панно, будем его делать, применяя при этом гипсокартон. Воображение! Материалы торговой марки Фейдал и Паталь. Будет интересно. Итак, друзья, прежде чем ко мне пришла в голову эта задумка, я долго думал, по сути, это работа для барельефа. Ну, что такое барельеф? Барельеф – это накладывание слоев, долгое сушение этих материалов и прочее. Но благодаря одному моему знакомому, привез ко мне недавно кучу обрезков гипсокартона со своего объекта, и у меня есть гипсокартон. То есть, по сути, у меня уже есть слой, в котором мне просто остается что-то сделать. И сейчас из этого я хочу бетонную плиту, но не простую. Поехали. То есть, что мы имеем? Мы имеем гипсокартон. Я его прикрепил вот. Гипсокартон. Я его приклеил на плашку, для того, чтобы у нас была жесткость. Так как нам его нужно будет прорезать, чтобы... насквозь не пройти. Вот, поэтому первое, сейчас мы его протрем от пылючки. И пройдемся по нем грунтовочкой. Итак, грунтовка впиталась, я ее особо не сушил, потому что сейчас она нам поможет. Короче, я тут уже предварительно себе набросал кое-какой эскиз, как это все будет выглядеть, должно, по крайней мере. Надо срезать, наверное, нет, давайте, да, чуть-чуть. Еще раз его смачиваем. Наверное, вот так вот будет лучше, если я его еще раз смочу, то в этих местах именно. Вот, чуть-чуть напитываем и продолжаем дальше. Теперь мне понадобится стамеска. И мы стаместочкой начнем потихонечку вот такого вот небрежненько, неаккуратненько совсем выбирать. Понятен, дальше я не буду вас томить. Сейчас я это все сделаю и включимся по новой. Итак, последние штришки. В принципе, легко ковыряется. Довольно-таки прикольно откалывается. Все получается почти что натурально. В принципе, скажу, у меня был такой же опыт на объекте, там, где вот так вот всю стенку, я в тандеме
с бригадой гипсокартонщиков, то есть они мне ее обклеили на плиты, и вот таким вот мы занимались. Так. Ну что, господа, сейчас надо его хорошенечко залить грунтом и хорошенечко его просушить, и дальше будем уже делать бетон. Бетон будем делать, скорее всего, из известкового травертина торговой марки Фейдл, я думаю, скорее всего. А сверху мы будем наносить винтажную красочку. Да-да-да, мне еще чуть-чуть прислали, у меня еще чуть-чуть есть винтажные красочки. Так, ну я думаю, что надо покрыть все это дело дополнительно еще и кварц-грунтом. Чтобы у нас уже все окончательно высыхало одновременно и не мучить, как говорится, одно место. Ну вот, а теперь смело оставляем ее сохнуть уже и приступаем после высыхания, приступаем к нанесению самого материала непосредственно. Самой фактуре. Вот, нанесли наш травертин и даем ему сохнуть дальше. Теперь пока мисс первый слой фактуры у нас высыхает, я хочу обработать вот эти вот все края, потому что, честно скажу, я про них все время забываю. Вот не знаю. Вот сделаешь работу, там, картину какую-нибудь, да? Уже говорил об этом, я повторяюсь, конечно, но все равно факт есть факт. Потом тыц, блин, вроде все готово, а у тебя, блин, какой-нибудь край, как правило, нижний. Ничего с ним не сделано. И начинаются потом подмазки, перемазки, там капнуло, там потекло. Короче, поэтому лучше такие вещи делать сразу. Итак, я тут подумал, ну, вернее, не подумал, а посмотрел. У меня получается вот этот низ не такой, как я хотел. Он должен быть темным, так как сверху еще сюда будет ложиться поталь, скорее всего, золотая. Поэтому решил взять черный Волтон, тоже от компании Фейдал. Он вроде как имеет свойство практически краски насыщенные, и сделать это все дело вот там. Много еще идей на этот счет, вот по поводу данной техники.
принципе, если у вас тоже что-то в голове сработало, пишите в комментариях. Если вещь дельная, действительно реализую. Берем клей для потали. И наносим на наш разрыв. Итак, самое интересное, поталь. После того, как клей схватился, начинаем укрывать все это дело мы поталью. Так вот, как-то приблизительно так. Если на краешек где-то у нас немножко вылезло, ничего страшного, есть для этого дела вот смывка для потали. Как вы видите, она ее полностью убирает, при этом оставляет какую-то желтую херню. Но я надеюсь, она тоже вытрется от этого. Совсем оно уходит, но не страшно. Сейчас мы это дело подправим. Все-таки это все придумано для стекла, не для штукатурки. Это уже тут эксперименты. Все стараюсь сделать быстро, потому что флешка уже забита. Короче, что-то там я в настройках накуролесил на камере, что у меня теперь оно пишет в таком качестве, что и карточки не хватает на все. Вот. Еще раз проходим нашей краской известковой, чтобы убрать все эти штуки. После работы с поталью, которые у нас образовались. И все будет хорошо. Друзья, вот такой у нас был сегодня DIY с вами по бетонному панно с золотой поталью. Как видите, работа налицо, как говорится. Вот, там еще идет процесс окисления, то есть пойдет еще зелененькое.
Ну, это уже будет потом. Все, всем спасибо, кто посмотрел. С вами был Дима Ширяев, это 24-й формат. Все, обнял, поцеловал, всем пока.